В Якутске открыли второй всероссийский музыкальный конкурс. Он охватывает основные специальности классического и народного исполнительского искусства. Конкурс предполагает четырехлетний цикл состязаний, каждый год посвящен разным видам музыкального мастерства. В 2016-м это духовые инструменты. Саргалана Захарова продолжит. Всероссийский музыкальный конкурс призван возродить традиции своего легендарного предшественника – Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году и открывшего миру имена многих выдающихся деятелей искусств. В Якутске пройдут первые два отборочных тура. В этом году они охватили участников всего Дальнего Востока. Я впервые в Якутии, меня очень радует. Очень хороший уровень, все достойно играют. Я знаю, что такое хорошо. Я все-таки закончил Московскую консерваторию. Вот много кого слушал, много где слушал. В этом году конкурс посвящен медным и деревянным духовым инструментам. Как отмечают жюри, программа выбрана не из легких. Но тем не менее, они надеются, что благодаря этому в финал пройдут только самые сильные конкурсанты. Выучить такой объем тяжело. И тот, кто справляется с программой, конечно, это рост. Сразу замечает свой. Несмотря на сложность конкурсной программы, якутские музыканты покажут хорошие результаты и пройдут в финал, уверены члены жюри. Участники из республики уже заявили о себе на предыдущих конкурсах. Мы участвовали на самом первом конкурсе среди камерных ансамблей, номинации струнных квартет в 2011 году. И это был струнный квартет Высшей школы музыки. Добрались мы до третьего места. Вот потом, 4 года спустя, уже как струнный квартет филармонии участвовали в прошлом году и добрались до второго места. Отметим, прослушивания пройдут во всех федеральных округах страны. Сильнейшие конкурсанты встретятся в третьем финальном туре, который пройдет этой зимой в Москве. Саргалана Захарова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.